6 октября около 21 часа 20 минут. На 64-м километре автомобильной дороги Ижевск-Ува Увинского района Удмуртии неустановленный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешехода 24-летнего молодого человека. В результате наезда пешеход получил смертельную травму, а водитель скрылся с места аварии. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили причастность к ДТП 18-летнего водителя автомобиля Nissan X-Trail. По факту происшествия водитель пояснил, что испугался ответственности, поэтому решил уехать с места аварии. Необходимо отметить, что его стаж управления составляет 3 месяца. Молодой человек доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Госавтоинспекция Удмуртии еще раз обращает внимание водителей, что покидая место ДТП, участником которого он стал, автомобилист только ухудшает свое правовое положение.